Первые обследования летних лагерей на территории района прошли в середине мая. В конце месяца выездные комиссии проверяли уже исполнение выданных ранее предписаний. Почти везде контролерам пришлось потребовать опилить сухостой. Пристальное внимание также уделялось организации медобслуживания и оформлению паспортов безопасности. Мы внимательно посмотрели воспитательные программы, которые будут в течение лета реализовываться в оздоровительных лагерях. Ну и также, конечно, и всех и нас, и родителей интересует, как же будут кормить детей. Внимательно проверяли столовые, наличие санитарных книжек и условий для того, чтобы питание наших детей было и калорийным, и безопасным, и самое главное, приносило радость. Радость и удовольствие нашим детям. Еще один принципиальный вопрос – пожарная безопасность. В частности, обязательно наличие исправных пожарных гидрантов. В летнем оздоровительном лагере «Радуга» корпуса и палаты полностью соответствуют санитарным нормам. Здесь есть даже специальные чемоданные комнаты, чтобы чемоданы не пылились всю смену под кроватями. В коридорах – установки с питьевой водой и видеонаблюдение. Ранее сделанные замечания здесь учли, почти все недостатки исправили. Единственное «но» – не все сухие ветки были спилены. Нас просто подвела страшная погода. Были проливные дожди, вы сами свидетелями, наверное, были, и были ветра. Вот у нас один день есть, завтра, по-моему, погода будет нормальная. Это устраним обязательно причину и, надеюсь, к открытию лагеря будет все нормально. Одна из составляющих работы выездных комиссий – тщательная проверка документов. И здесь у детского оздоровительного лагеря «Радуга» все в порядке. Инспектировать места детского отдыха в Одинцовском районе будут в течение всего лета. Запланировано еще 6 проверок, в которые межведомственная комиссия будет приезжать в лагеря, смотреть, довольны ли всем детям, соблюдаются ли требования по защите жизни и здоровья наших детей, которые будут находиться на территории нашего района. Ответственный подход к проверкам мест детского отдыха приносит свои плоды. В прошлом году, например, все специализированные лагеря в Одинцовском районе прошли летний сезон без замечаний. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».